Убийство медведя. Полиция установила, что на видео с жестокой расправой над животным запечатлены жители Якутии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в сети появилась запись, на которой видно, как два грузовика давят медведя. Ролик вызвал возмущение пользователей интернета. Как отметила Волк, МВД Якутии сейчас устанавливает виновных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Согласно Уголовному кодексу, они могут понести наказание до 2 лет лишения свободы.